«Границы стираются». Таков главный слоган 53-й международной выставки вина и спиртных напитков, которая проходит с 7 по 10 апреля в итальянской Вероне. Кьянти, Вальполичелло, Просекко – всего более 4000 наименований, итальянских и не только. Производители из 30 стран мира, в том числе из России, предлагают посетителям отведать свои напитки. На заманчивое предложение откликнулись 130 тысяч гостей. Билеты на выставку не достать с ноября. В программе «Вин Итали» – встреча производителей и торговых операторов, конференция о проблемах мировой винодельческой индустрии и, конечно, дегустации. Италия – лидер по производству вина. Его объемы в прошлом году составили почти 50,5 гектолитров. Доход страны от продаж этого напитка достиг 11 миллиардов евро. Его экспорт тогда же увеличился на 3%. Но и сами итальянцы не прочь пропустить по стаканчику родного вина. Внутреннее потребление также выросло на 4%.